Дмитрий, Дмитренко, киевлянин. Дмитренко, который также оригинальностью костюма отличается. Кстати, Наталья Повага, художник-модельер, москвичка, разрисовывала костюм для Пашкевича, а себе костюмы сам моделирует Дмитрий Дмитренко. Такой украинский парубок, похоже, да? Дмитренко на 8-й позиции был после исполнения короткой программы. Хорошо начал. Очень хорошо, Дмитренко. Кстати, обратите внимание за техникой его шагов. У него очень интересные есть находки вот в таком именно стиле фигурного катания с использованием элементов. Подставил ногу все-таки на приземление. Увидят судьи, интересно или нет. Нам-то видно. После тройного флипа. Обратили внимание? Очень необычное. Внешне похоже на ошибку, но при этом при всем вращение на задней части конька очень опасное, с другой стороны, требует великолепного баланса. Справляется со сложными элементами и очень интересен в художественном воплощении музыки. Один тройной аксель был, и вы обратили внимание, как с честью вышел из сложного положения Дмитренко. Последите за шагами. Прекрасная комбинация вращений и закончена выездом вперед внутрь, что тоже очень сложно. Такая вакханалия образа, исполненного спортивными средствами фигурного катания.
ученика Ады Миневич и хореографа Елены Гудничак на музыку Шостаковича, чемпион Европы 93-го года Дмитрий Дмитренко. Блестяще выступил. Да, сегодня неудачники короткой программы с лихвой возмещают упущенное. Какая же борьба ожидает нас, когда на лед выйдут главные претенденты на победу?